К прибытию Седова готовится и мурманский силач Леон Мирошник. В его амбициозные планы входит буксировка парусника. Пока спортсмен тренируется на двух 20-тонных грузовиках. На разминке тяжеловеса побывала наша съемочная группа. Спортсмен Леон Мирошник намерен отбуксировать парусник Седов, который прибудет в Мурманск уже на этой неделе. Мурманчанин официально признан самым сильным мужчиной в России. В прошлом году на соревнованиях в Калуге он смог поставить 4 рекорда. Вообще в спорт я пришел, как все парни, начиная с футбола. Но так сложилось, что профессионально в городе занимался тренер по тяжелоатлетике. А мне с детства хотелось достичь серьезных результатов в спорте. Я пошел в тяжелоатлетику. Вот. Потом мне это немножко поднадоело, однообразие, и я перешел в стронгмен. Чем он мне нравится, что здесь многообразие упражнений, каждое соревнование, каждый старт, новые упражнения, не заскучаешь. Сейчас идут усиленные тренировки. Богатырь упражняется на двух 20-тонных грузовиках. Обычному человеку сложно понять чувства, которые испытывает силач, перемещая при помощи каната шведские автомобили. Вес барка Седов 7000 тонн. При буксировке нужно учитывать приливы и отливы, а также сопротивление воды. Леон готов принять вызов стихии, и он не сомневается в том, что ему удастся поставить мировой рекорд. Планируется еще одна тяжелая тренировка, на которой уже будет присутствовать 3 самосвала, общий вес которых будет равен 65-70 тонн. Вот. По расчетам, чтобы установить рекорд, мне нужно приложить усилия в 100 тонн. Вот. Ну, на тренировке я этого делать не буду. А на соревнованиях, я думаю, с публикой, да, на эмоциях мне это удастся. Известны случаи, когда представители силового экстрима буксировали танки, железнодорожные составы и даже самолеты. На перемещение барка еще никто не покушался. Поэтому для всего Заполярья такой эксперимент станет уникальным.